Можно пройтись? Можно пройтись, папа? Не, ну под камерой. Чтобы не видели. Какого вида, что меня трясёт? Вчера закрыли.
на улице. Я еще не знаю, что это будет без замок. Я знаю, что она в очень. Я так знаю. Она вот так собирается, спасибо. Я думаю. А он слишком сложный. Сколько они стоят? На улице. Вчера утром там же не отдали, когда Записки все ваши поменем, пойдем еще в лавре. От Надежды. На свет поселиться. Очень рада, что все пишут, не пахнет. Зашли в храм, какой бы он ни был, еще пока в таком состоянии не был. Но наши мужики, вот, братья, которые здесь трудятся, все, кто организовывает, и все наши благотворители, и депутаты все наши, которые помогали. Все-таки это подвиг, то, что мы пришли в этот храм. Искушений, конечно, тоже было много. Спасибо, Господи, за ваши молитвы. Это очень важно, когда молится. И, в общем-то, можно сказать, что этот храм вымолен прихожанами. Прихожанами этого района. То есть это ваш подвиг. И хотелось бы прочитать вам, нет такого красноречия, вот, проповедь на Пасху архимандрита Ивана Крестьянкина. «Ныне вся исполнившаяся света, небо и земля и преисподняя, Христос воскресе! Воистину воскресе! Чадца Божии от избытка неземной радости приветствую я вас, опаляя силой божественных слов. Христос воскресе! Воистину воскресе! Благодатный огонь этой спасительной вести вновь ярким пламенем вспыхнул над гробом Господним, потек по миру. И Церковь Божия, преисполнившись светом этого огня, дарует его и нам. Христос воскресе! Воистину воскресе! Возлюбленные Христе, братья и сестры, други мои, вы, конечно, замечали сами,
что среди многих великих и радостных нынешних наших христианских праздников особой торжественностью, особой радостью выделяется праздник Светлого Христова Воскресения. Праздников праздник и торжество из торжеств. Нет в нашей православной церкви службы более величественной, более проникновенной, чем пасхальная утренняя. И потому так стремятся все верующие в храм Божий в пасхальную ночь. Пасхальное богослужение воистину подобно великолепнейшему пиру, который Господь приготовил всем притекающим под благодатную сень Его дома. Вдумайтесь в содержание огласительного собора слова святителя Иоанна Златоуста. С отеческой лаской и радушием примет Господь тех, кто возлюбил Его всем своим существом. Блажен, кто от первого часа делал есть. Это те, кто от юности своей идут неукоснительно по Его божественным стопам, но не отвергает и тех, кто, преодолев в своей душе сомнения, приблизился к Богу только в зрелом и даже преклонном возрасте. Да не устрашатся они своего замедления. Господь с любовью приемлет последнего так же, как и первого, и дела приемлет, и намерения целует. Несомненно, все вы, кто был в храме в пасхальную ночь, испытали необыкновенный восторг. Души наши ликовали, преисполненные чувством благодарности нашему Господу Спасителю за дарованную и всем нам вечную жизнь. Ведь воскресший Христос возвел род людской от земли к небу, придал существованию человека возвышенный и благородный смысл. Душа человека жаждет вечной счастливой жизни. Ищите ее. И потому в светлое заутренне так стремятся люди в храм Божий. Светлые и не только верующие, но и те, кто своим сознанием далек от христианской религии. Идут они сюда не просто посмотреть на торжественность христианской службы. Их душа, данная Богом каждому человеку при его рождении, тянется к свету незаходимого солнца правды, стремится к истине. А верующие люди в эту святую ночь с особой силой ощущают преизобильно излившуюся светлую радость воскресения Христова. И неудивительно, воскресение Христа – это основа нашей веры, это нерушимая опора нашей земной жизни. Своим воскресением Христос дал людям постигнуть истинность своего божества, истинность своего высокого учения, спасительность своей смерти. Воскресение Христа – это завершение Его жизненного подвига. Иного конца не могло быть, ибо это прямое следствие нравственного смысла Христовой жизни. «Если бы Христос не воскрес, – говорит апостол Павел, – то напрасна и проповедь наша, тщетна и вера наша. Но Христос воскрес и совоскресил собою все человечество». Спаситель принес на землю людям совершенную радость, и потому в пасхальную ночь мы слышим в церкви песнопение и сами принимаем участие в этом пении. «Воскресение Твое, Христе, спаси! Ангели поют на небеси, и нас на земле сподоби, чистым сердцем Тебе славите!» О даровании людям этой великой радости Он просил своего Небесного Отца в молитве перед крестными страданиями. «Освяти их истиною Твоею, чтобы они имели в себе радость
мою совершенную. И вот с воскресением Христа человеку открылся новый мир святости, истины, блаженства. При своей земной жизни Спаситель произносил неоднократно драгоценные для верующей души слова: «Я живу, и вы будете жить. Мир мой даю вам. Сие сказал я вам, да радость моя в вас прибудет, и радость ваша будет совершенна». Новая жизнь открылась для человека. Ему дана возможность умереть для греха, чтобы воскреснуть со Христом и с Ним жить. Апостол Павел в послании к римлянам говорит: «Если мы соединены с Ним подобием смерти Его, то должны быть соединены и подобием воскресения. Если мы умерли со Христом, то веруем, что и жить будем с Ним. Пасха, двери райские нам отверзающие, поем мы в пасхальном каноне. Не бывает, дорогие мои, радости светлее, чем наша пасхальная радость, ибо мы радуемся тому, что в воскресении открылась наша вечная жизнь. Наша радость пасхальная – это радость о преображении, изменении всей нашей жизни в жизнь нетленную. В стремлении нашим к неумирающему добру, нетленной красоте, мы празднуем ныне совершение величайшего таинства – воскресение Христова, победу жизнодавца над смертью. Наш Спаситель восторжествовал над злом и тьмою, и потому так ликующе радостно пасхальное богослужение нашей православной церкви. Верующие ожидали этой торжественной службы, готовя себя к ней долгие недели святой Четыредесятницы. И естественно, что теперь неизъяснимой радостью наполнены их сердца. Глубочайший смысл воскресения Христова, вечной жизни, которую Он даровал всем Своим последователям. И вот уже более 2000 лет Его последователи неколебимо верят не только в то, что Христос воскрес, но и в свое грядущее воскресение для вечной жизни. Во время своей земной жизни Христос Спаситель много раз говорил о себе как носителе жизни и воскресения. Но тогда эти слова Божественного Учителя были непонятны не только народу, слышавшему его, но и его ученикам и апостолам. Смысл этих слов стал понятен только после воскресения Христа. Только тогда и апостолы, и ученики его поняли, что он действительно владыка жизни и победитель смерти, и пошли они с проповедью по всему миру. Мы, возлюбленные, в эти дни радостно приветствуем друг друга, произнося: «Христос воскресе! Воистину воскресе!» Приветствуем в течение 40 дней до Дня Вознесения Господня. Всего два слова, но это дивные слова, выражающие непоколебимую веру в отраднейшую для сердца человеческого истину о нашем бессмертии. Христос есть жизнь. Он много раз говорил о себе именно как о носителе жизни и воскресения, как источнике жизни вечной, нескончаемой для тех, кто будет верить в Него. Христос воскрес! Воистину воскрес! И да возрадуется душа наша Господи! Христос воскрес! Воистину воскрес! Исчезает страх при смертью! Христос воскрес! Воистину воскрес! И наши сердца наполняются радостно верой, что вслед за Ним воскреснем и мы. Праздновать Пасху – это значит всем сердцем познать силу и величие воскресения Христова. Праздновать Пасху – это значит стать новым человеком. Праздновать Пасху – это значит всем сердцем и помышлением благодарить и прославлять Бога за неизреченный дар Его, дар воскресения и любви.
И мы с вами в эти дни ликуем и радостно празднуем, восхваляя и прославляя подвиг победы божественной любви. Христос воскрес! Воистину воскрес! Распахнем же сердца наши навстречу страдавшему и умершему, и воскресшему нас ради, и Он войдет и наполнит собой светом своим жизнь нашу, преобразив наши души, а мы в ответ на это с любовью устремимся за Ним по нашему крестному пути, ибо в конце Его, несомненно, сияет и наше воскресение, жизнь вечную. Праздновать Пасху – это значит стать новым человеком. Вот этого спасительного состояния наших душ, возлюбленные, я всего сердца всем нам желаю. Это милость Божия, что мы зашли на Пасху в этот храм. С Божьей помощью и воскреснет этот район. Да. Все ваши дома, все ваши квартиры. Вот. Так что по вашим молитвам. А конечно же, прежде всего, это молитва. Молитва — это есть та стена необоимая, те самые кирпичики, за счет которых устраивается внешнее. Ну давайте помолимся, восславим Бога. Благословен Бог наш, всегда, ныне, присно и во веки веков. Аминь. Христос воскресе из мертвых, смертью смерть отдав, Иисущим во гробе живо даровав. Христос воскресе. Во гробе живо даровал, Христос воскресе из мертвых, смертью смерть поправ, Иисущим во гробе живо даровал. Да воскреснет Бог и расточатся в рази Его. Христос воскресе из мертвых, смертью смерть поправ, Иисущим во гробе живо даровав. Яко исчезает дым, да исчезнут. Христос воскресе. Лица Божия праведницы да возвеселятся. Христос воскресе из мертвых, смертью смерть поправ, Иисущим во гробе
Христос воскресе из мертвых, смертью смерть поправ, и сущему крови живот даровал. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, Христос воскресе. Святому Господу Иисусу.